Мужчина выиграл дом за 2 миллиона, но чуть все не потерял из-за своей злости. В Англии мужчина выиграл в лотерею, он получит огромный дом и немало денег. Однако все могло сложиться иначе. Мужчина чудом не упустил огромный куш и сумел не совершить ошибку, об этом пишет РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на Миррор, как мужчина сорвал куш в лотерее. 41-летний авиационный инженер Саймон Уильямс воспитывает двух дочерей и много трудится. Он не сильно верил в лотереи, но решил взять участие в благотворительном проекте от компании АМАЗ, которая помогает собирать средства для нуждающихся, но при этом проводит розыгрыши и поощряет тех, кто решился донатить. Мужчина отправил 25 британских фунтов стерлингов, чуть больше тысячи гривен, а затем забыл о розыгрыше. Однако в один день в его доме раздался телефонный звонок. Оказалось, мужчина выиграл роскошный сельский домик с пятью спальнями, а также 100 тысяч фунтов наличными. Как мужчина чуть не потерял свой выигрыш. Однако все могло сложиться совсем иначе. В тот день мужчина спешил навстречу с друзьями и уже собирался выходить из дома, услышав звонок. Он не хотел брать трубку, так как был зол. Его донимали рекламные агенты и продавцы, поэтому мужчина был готов проигнорировать звонок, эта ошибка стоила бы ему очень дорого. Мужчина мог потерять свой выигрыш, так его и не получив. Теперь же он невероятно рад тому, что все-таки обуздал свои эмоции и ответил на звонок, мне звонили с незнакомого номера, весь день мне звонили надоедливые агенты, пытались мне что-то продать. И я был зол, я чуть не проигнорировал звонок. Но очень рад, что решил взять трубку. Когда я узнал, что действительно выиграл дом, я был в полном недоумении, признался счастливый мужчина. Напомним, ранее стало известно, что мужчина заплатил за тату 35 тысяч, и ему набили детские каракули на всю спину. Также сообщалось, что женщина каждый вечер устраивала соседям голое шоу, и даже не догадывалась об этом.